Юные фигуристы и фигуристки растопили марийский лед своими горячими выступлениями. В Йошкар-Оле прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Станислава Жука». Все подробности далее в сюжете. «Мариэл» на протяжении многих лет остается площадкой, где проводят соревнования по фигурному катанию разного уровня. Этапы чемпионата России, первенство ПФО, республиканские состязания. На этот раз в Ледовом дворце «Мариэл» прошли всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Станислава Жука» среди мальчиков и девочек. На протяжении 5 дней юные фигуристы и фигуристки демонстрировали свое мастерство. Вы знаете, эти соревнования у нас являются такими просмотром нашего ближайшего резерва. И поскольку одиночное катание – это базовый вид, после этого они там уходят в танцы, в пары, кто-то остается в одиночном катании. И очень многие, даже сегодняшние олимпийцы, чемпионы мира, они участвовали вот в таких соревнованиях, а потом как бы получали путевку в жизни, развивались дальше и доходили до таких высот. Поэтому для нас они значимые соревнования. Красивые костюмы, музыка и изящные движения на льду – это то, что видят зрители. Но мало кто задумывается, что за этим стоят упорные тренировки, слезы и, к сожалению, травмы. Татьяна Павловец, тренер с 45-летним стажем из Красноярска, отмечает, что с каждым годом конкуренция растет. Для того, чтобы стать высококлассным спортсменом, нужно выкладываться по полной. Сейчас фигурное катание настолько усложнилось в технической части, поэтому, конечно, им приходится очень ответственно относиться к своим тренировкам, следить за технической частью, все время повышать свой технический уровень, потому что сейчас уже все перешли на четверные прыжки. Если раньше дети прыгали 3-3, это считалось очень хорошо, то сейчас уже этого недостаточно, чтобы быть лидером фигурного катания. Ребята, которые приехали в Йошкар-Олу, делятся своими эмоциями, отмечают уровень своих соперников и их хорошую подготовку. Мария начала заниматься фигурным катанием с 3 лет, а Алексей с 5. Уже сейчас юные спортсмены ставят себе высокие цели и задачи на будущее. Ну, соревнований у меня уже много было в этом сезоне, отборочные, первенство России. Для меня ощущение очень, я счастлива, что получилось отобраться в этом году, потому что прошлый год я заняла 7-е место на отборочных соревнованиях и не получилось пройти на первенство России, которое проходило в Саранске. И я очень счастлива, что я попала в этом году в Йошкар-Олу. А какие цели ставила себе вот на эти соревнования? Делать свою работу, все. Вот я все вкатывала, все, что я умею, надо было показать вот вчера, сегодня и завтра. Ну, это, наверное, были 40-е соревнования где-то. Готовилась я к ним тяжело, прям месяц готовился, и все, каждый день по 5 часов тренировок минимум. А ты доволен вот своим выступлением вообще сейчас уже? Ну, я доволен, но мог лучше. По итогам соревнований Алексей Татмин занял 23-е место. Мария Гордеева выиграла золотые медали. Спортсмены из «Мариэл» в призеры не вошли. Зоя Ковязина стала 14-й, Наиль Сагадулин – 21-м.